Каких религиозных конфликтов? Причем у нас мусульмане ведь не те, которые во Франции. Во Францию приезжают. А у нас мусульмане, где их родина? Это их земля. Они здесь живут вместе с нами столетиями. И в принципе у нас были конфликты. Да, русские брали Казань, да, татары брали Москву, воевали на Кавказе. Но никогда это не превращалось в некую религиозную войну. Этим надо дорожить. И то, что... То, что некая обида просквозила в словах Шамиля,